Церковь претендует на управление вашим сознанием, вашей волей. Это некая псевдоидеология, которая приходит на место коммунистической идеологии. А из этого делается вывод. Церковь опасна с точки зрения свободы. Она будет порабощать ваше сознание. Вот что пугает наших оппонентов. Вот откуда, как говорится, рога растут. We'll be right back.
Давайте вместе помолимся. Давайте. Давайте. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Хлеб наш насущный дашь нам днесь.